«Молдова-Газ» напоминает. Будьте осторожны при использовании природного газа. При обнаружении запаха газа в квартире немедленно сообщите в аварийную газовую службу, позвонив по телефону 904. Перекройте все краны газовым прибором и на самих приборах. Откройте окна и двери. Организуйте проветривание загазованного помещения. Не зажигайте огня. Не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы. Эвакуируйте находящихся в квартире. Дождитесь приезда аварийной бригады. Ваша безопасность зависит от вас.